У них свой взгляд на окружающий мир. У них есть собственное мнение. Главное – уметь его услышать. Мы услышали и записали. Гаджеты – это планшеты, телефоны, ноутбуки, компьютеры. Гаджеты – это когда что-то новое изобретают, новые телефоны, новые автомобили, новые туалеты могут изобрести, новые комнаты, многие новые кровати, новые сиденья. Гаджет – это такой обновленный планшет или там такой гаджет-компьютер. Ну, у меня есть ноутбук, два ноутбука, один монитор, который сломался, ну и есть у меня телевизор большой и планшет, и свой телефон. У меня планшет. Телефоны, планшеты. У меня только телефон и планшет. В общем, на них часто звонят, и особенно взрослые часто там сидят в интернетах, в Инстаграме, ВК. Иногда посмотрю там, что надо, иногда поиграю. Нет, у меня есть гаджет только в телефоне. Ну, не знаю. Гаджет – это компьютер, телефон, планшет. Там всякие ноутбуки. Все, что играть или звонить. Телефон. И планшет. У меня есть телефон. Это те электрические приборы, по которым обычно, что они сделаны, чтобы там телефон, чтобы звонить, компьютер, чтобы что-то искать, планшет, ну, для разных вещей, чтобы там смотреть там время и во что-то играть. А еще те вот штуки, это они с экраном, то есть на них можно там все писать, смотреть, звонить. Гаджет, не знаю, я все маленький. У них свой взгляд на окружающий мир. У них есть собственное мнение. Главное – уметь его услышать. Мы услышали и записали.